Всем привет, народ, с вами я, Павел Первый, у нас вновь охлажденная серия GTA San Andreas. Вперед! Эй, run! Sleep low. Run! CJ? Hey, CJ, tell me why I didn't finish high school. Because you've been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Could you have put hands on that teacher for wearing baller colors? No, that ain't it either. It's because I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh, shit. A genius. Oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? Man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Let's go. Yeah. Go hit get the that out my face. Go man. Hit the like, way. Don't fuck oh, with that, come man. On, man. Come on. Buster. Еще и курить меня чуть не заставил. А ты уже как оказался в этом фургоне, которого здесь не было. Вот она, это та упоротая нелегкая миссия. Но мы ее проедем все равно. Give it a rest, man. I lost my little brother, and now I lost my mom. Don't matter how much shit to say, throw it. CJ, you gotta stick by your homie. Так, я, по-моему, немек слегка не туда заехал. Было сверху ехать. Сейчас заедем. Ну чё, на базу к военным, но перед этим надо желательно, конечно, уничтожить всех военных, которые вокруг есть, чтобы Райтер сам не сдох при этом, потому что если мы не будем помогать ему, скажем так, то он сдохнет. Почему там сам все дальше уже увидите. Ну, оружие теперь блага мы имеем. Держать его смысла долго нет, вот после того, как мы покинем этот первый остров. Давайте прыгнем. Нет, не тупой мозг, что ты делаешь? Ааа, бонзай, блин. Прыгнули нормально. This is the spot. National Guard Depot. Man, this shit look real serious. Are we up for this? It's National Guard, fool. Weekend soldiers. Ain't no match for Grove Street OGs. Get in there and open the damn gate. Okay. What you saying? Все. Давайте уничтожим всех. Так, давай, попади же ты. Да что ты не попадешь никак? Так, отлично. Кто еще тут есть? Выходи. Всех для начала выделаю. Так, никого. Запрятались, гады. G's up, fool. Так, кто-то еще? Ага. Так, есть. Я заранее подготовлюсь даже. Так. Разом два ящика, да? Слыхали? Так, аккуратно, чтобы не упали. Все готов. Вот такая вот небольшая подготовка перед тем, как Райдер сюда заедет. Давай, заезжай, бро. Nice job, CJ. Thought that was a suicide mission for show. Okay, we in. Move it, Ryder.
Так, уже сел. I watch our backs while you use the forklift to collect the crates. Okay, homie, let's load this shit up. Блин, два ящика разом не поставишь, как ни странно. Джей, вы, конечно, могли сбакать все ящики в одно место. И уже все готово было. Так, держись. Тихо. Отлично. Так, вот тут еще два ящика. Не могу я взять и не поднять два раза. Жалко. Райдер, ты там держись, хорошо? Я знаю, что ты долго не протянешь, но держись. Я уже половину ящиков сбагрил. Что вы там мажете, а? Отлично. Вот еще пара ящиков. Тихо. Shit, CJ. Shit. Мы тебя ранили, чувак. Как ты можешь? На. Что за херня? Ящик уничтожили? Ты не охренел, а? Так, держись, Райдер, насрать. Идем в полном направлении, вдущи к чем-нибудь. Да блин, тут бери ты этот санный ящик. Их не было столько тут в начале. Отлично, все сделали. Теперь можно валить. Так, иду. Да что ты творишь, садись, блин! Как ни странно, но за нами... Damn, man, these idiots just don't give up. What's happening back there? These part-time soldiers got a chip on their shoulder. Nice rhymes, man. Hey, we real heavy. Toss some crate. All right, check it out. Sound the horn. I throw a crate out. Caps lock. По сигналу. Сейчас я изменю управление. Так, не персонажем, а транспортом. Где тут caps lock? Гудок. Все. Отстанут, надеюсь, эти солдафоны. Так, от одного мы избавились уже. От одной машины. I ain't listening to no more of your bullshit. We got the guns. You ain't no gangster, homie. You what, smooth? You don't want no trouble. What's your problem, keep it real. You ain't no real gangster. We'll hit you in your cheeks, homie. What you could do if it gave you a hit first. I ain't listening to you, Carl. Ну, сбросил ящик, походу. Ну, ладно, хрен с ним, нормально. Сойдет пока. That shit was tight. Tight? Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. Конечно, самоубийство меня отправляешь. Окей, вот мы и охватились, сынок. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, добавляйте видео с брата. Также делитесь всем. Миссии на Райдера закончились пока. У нас здесь остается Big Smoke и Сезар. Как там? Сезар. Что же, наверное, Сезара и пройдем в следующий раз. В общем, всем пока.